Предварительно не вызывать, полфинала уже будут вызывать. Ну, ну, здесь. Давай. Молодцы. Еще как прошли? Свои силы. Молодцы. Ты как раз подрастешь, сила, видишь? Александр.
ребят, на верхнюю вас возьмем. Борьба была у вас жестокая. Было приятно на это смотреть. Так, Кубу Александр. Держи. Видите, как мы тут красиво сделали? Тему типа. Запарился. Очень не полотно. Да. Сейчас здесь полетающий. Если получится, дали вам давай. Получится. Подойди поближе, чтобы это показывать. Вот. Давайте. Да, конечно, награждается Россия Владислав Тимонов Федор. Наше поздравление всем героям, спортсменам награждается грамотами, кубками, медалями и ценными призами. У вас какие есть награды? Были награды? У меня были. Переходите, что ли? Рюкзак. Рюкзак, отдай ему сумку и положите бронзовый рюкзак. Так, тебе что, сумку, рюкзак или кровь? Что ты так дай? Ты третий рюкзак положите майку. Дайте мне сумку. Какого цвета майки у вас бывает? Точно? Да, первое место. Приглашается Григорий Соловьев Александров. Ребята, поздравляем вас с золотой медалью, желаю дальнейших успехов на нашей Сюда все посмотрели, дружно! Кубков еще не дали, подождите. Кубки дайте, кубки. Это ваш. Давайте фотографируем. Потом доберут они эти самые подарки. Пакеты дайте, ребят, пожалуйста. С майками под второе место. Серебряные. Мальчишки, посмотрите все сюда. На кроксы не смотрите. А теперь кубки поднимите вверх. О, молодцы, вы же чемпионы. Молодцы, а теперь все вместе встали на первое место. Руководить всеми надо. Надо видно, у кого есть опыт. Все, кубки вверх. Лица не было.